Проверить и оплатить долги, не выходя из дома, с помощью электронных сервисов это стало возможно. На сайте Федеральной службы судебных приставов работает банк данных исполнительных производств. С его помощью можно узнать о наличии задолженности как у физического, так и у юридического лица. Как воспользоваться услугами интернет-платформы, узнала наша съемочная группа. Столкнулась я с этой ситуацией, конечно, впервые. Пришло мне уведомление на госуслуги о том, что у меня имеется задолженность. Информацию Мария Борисова проверила на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Для этого достаточно было ввести фамилию, имя и дату рождения. Данные о наличии задолженности появились на экране. Девушка тут же погасила ее через портал госуслуги. Но, тем не менее, решила прийти на прием к судебному приставу, убедиться, что платеж прошел успешно и к ней больше нет вопросов. Уточнила я, погашена ли задолженность, так как я ее оплатила онлайн. И мне выдали, да, бумагу о том, что... Мое дело производства завершено. И все-таки мы привыкли, чтобы больше доверять бумажному носителю. Доверять электронным документам тоже можно. Главное – пользоваться официальными интернет-ресурсами. Есть несколько способов онлайн-обращения к судебным приставам. Один из них – электронный сервис госуслуги. Граждане могут узнать о задолженности своей, о возбужденных исполнительных производствах, а также оплатить задолженность на этом сервере. Также существует электронная база данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов, в которых также возможно узнать о наличии исполнительного производства и онлайн его оплатить. Обратиться к судебным приставам можно и по единому номеру группы телефонного обслуживания. Дежурный специалист работает каждый будний день с 9 утра до 6 вечера. По пятницам звонки принимают до 16:45. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.